веселые песни обо всем, о чем только можно. Мы поем о Вассерманах, мы поем о вишневых девятках, тоже мы написали на самом деле. Может быть, вы слышали этот трек, Апина поет. Ну, в общем, а сейчас мы споем про хардкор. Споем же, молодой человек. Никогда не думал, что песня, которая, простите, ну, отчасти можно, да, я скажу, я написал, да, вдруг она когда-нибудь окажется на радиостанции, тем более на нашем радио. Я думал на, ну, как минимум, радио России «Культура», вот, а тут тоже такое интересное. Что молодой человек? Ничего себе, аплодисменты самому эрудированному человеку среди радиоведущих, радиоведжеев, потому что я даже не знаю таких слов. Радонеж у меня было, когда меня остановили на МКАДе, да, и потом пришлось 1000 рублей дать за обочину, и было радонеж у этого, у инспектора ГАИ. Давайте дальше. Да, у нас вообще такие веселые песни на отвлеченные темы, поэтому, ну, можно сидеть. Ладно, сегодня прощается. А, возьми, конечно. Отдашь 2. А, о, я угадал, я не смотрел трек-лист. Мы сыграем как раз композицию, которая... Да подожди ты, зачем ты торопишь меня?
Такой, давайте еще раз поаплодируем песне «Сомали» группы «Радио Я», которая наша радио, мы ее сейчас с вами сыграем. С вами сыграем, с вами молодой человек, радонеж у него. У меня после вас радонеж какой-то остался. Я люблю, да? Гарика Сукачева. Какие? Группа «Конец фильма». Не, ну группа «Конец фильма», конечно, и Гарик Сукачев — это разные вещи немножечко. Моя бабушка курит трубку. Это развеселая композиция. Это нам подходит. Не знаю, минутка черного юмора, извините, но это просто приходит всякая дрянь в голову. Сейчас. Неважно, моя бабушка курит трупы, в морге курит бабушка моя, извините, пожалуйста. Безумие иногда лезет. Или моя бабушка курит трубку, верту курит бабушка моя. Вот. Такие варианты. Вейп. Хорошо, ладно, другая песня, давайте.
полное, сегодня мы пожинаем его плоды. Есть замечательный человек, который всячески потворствует тому безумию, которое вы видите на сцене. Да, это человек, который всячески помогает нам в наших делах. Наш, так сказать, менеджер, да, почему нет? Менеджер, вот, Анна, у нее день рождения, давайте мы ей все поаплодируем. Она встанет, многие знают ее. Да, в связи с чем... Ну, мы хотели бы играть твои любимые песни, не только твои любимые, да, и поэтому у нас сегодня такой микс еще из кадров разных. Давайте это сделаем. Песня «Везде», так называется, «Везде», через «И», «Везде». Где-где? «Везде». Можно чуть погромче фонограмму на сцену тоже. Вполне танцевальная песня. Anytime it's cold, I'll swim in. You know that I'm falling and I don't want to say. Lover, no inside. You know that I'm coming, I can do or die.
How's your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. Sweet lover, don't be shy. You know that I'm wrong and I can't keep words. Вот Мак такая группа есть. Или была, я не знаю, они сейчас действуют. Гаражная группа. Наша композиция следующая. Для тех, кто любит гаражную музыку. У кого есть гараж? У кого есть комбик там? У кого есть барабаны? И кто действительно чувствовал удовлетворение и невероятное насыщение от вот этих вот гаражных забав, как репетиция? Вот, молодой человек, не даст мне собрать. Забавлялся там. Знаете, я понимаю, что, например, вот, люди, которые сидят в этой части зала, они видят, что там есть человек. Люди, которые сидят в этой части зала, я думаю, что даже не подозревают, что там сидит барабанщик. Гражданин Евросоюза, болгарин по имени Красимир и по фамилии Иванов. Давайте поддержим его. Ему нелегко в углу. Сегодня он наказывал в углу. Купил патент на работу? Гражданин Евросоюза, знаю я таких. Вот, 15 албанцев стоят сейчас, ищут работу. Тоже вроде бы. А не ходят в Евросоюз? Нет, наверное. Нет, так осужденные такие. Нет. Стоит на сцене. Мелит. Сербия, да, там пытается дать. Ладно, давайте уже петь. We'll be right back.
так вот рубят гаражный рок. Не менее гаражная композиция. Почему? Закономерный вопрос вот, интересуются дети. Да, у нас есть дети, давайте поаплодируем детям. Дети это наши дети это наше продолжение и хорошие люди, так что. Ну что так вяло детям аплодируют? Дети молодцы! Сегодня не день защиты детей, но все равно. Любви обильны, красиво. Сидели крестинами бандея. О, танцуй под песню барабана. Сегодня мой конферансье Ренат Гелядов, бас-гитара. Давайте поаплодируем. Он предложил мне сейчас танцевать с ним один очень популярный танец. Давайте запускать. Можно танцевать. Кто нормально выпил, может танцевать. Тут там такая песня, там сначала, короче, так все быстро, а потом фигак какой провис, вот, а потом такая развязочка, и потом опять быстро. Так что, если хотите танцевать, готовьтесь, там не так много времени. Короткая песня, у нас песня, как в группе Beatles, по 2 минуты 11 секунд. We'll be right back.
Есть люди, которые могут посмотреть в день больше двух фильмов индийских? В зале, поднимите руки. Все отлично, я в своей тарелке. Ну еще там песня «История», все песни, конечно, «История» из жизни, так или иначе. Песня про то, как хорошо путешествовать в разные неожиданные, внезапные места. Бывали ли вы во внезапных местах? Мытища. Неплохое место. Балашиха, Мытища. Кто? Люберцы? Девушка, я вас в Люберцах видел, поэтому можете не рассказывать мне. Thank you.
не знаю, потому что туда надо съездить. Вы поедете со мной этим летом? Спасибо большое. Все, не уходите после концерта. Надо обменяться телефонами. Вот. И паспортные данные. Возможно, придется ехать через Норвегию, поэтому с вас загранпаспорт данные. Вот. И справка о доходах, потому что там иногда на границе спрашивают, если через Евросоюз. Ладно, спасибо, друзья. Песня Берингов пролив. На нашем диске, у нас есть диск, да, может быть, это не совсем очевидно, у нас есть диск, который называется «Я люблю хардкор», потому что мы действительно любим хардкор, и все, что мы делаем, это по большому счету настоящий хардкор, смелая и по-хорошему идиотская музыка. Что же, мы идем дальше, да, вот, девушка, так красиво идите, я так люблю сидячие концерты, когда ты сидишь и знаешь, у кого что на столах, да, что здесь люди предпочитают курицу в кисло-сладком соусе, молодой человек пьет что-то лимонное, мне это всегда очень нравится, а вот у вас торт, молодые люди, торт и цветы, Рафаэла, ну, Рафаэла это несерьезно, баловство это все, пора. Вернемся к тому очень важному событию. Давайте поаплодируем Ане, наш менеджер, директор Диана. Анна, ты здесь? Я не знаю. И мы сегодня играем не свои песни, мы играем чужие песни специально для тебя, чтобы поднять тебе настроение, чтобы улыбка растеклась по твоему лицу, и ты сияла, излучала свет, добро, любовь и в космические флюиды, я не знаю. Космос любит тебя, аплодисменты. И буду говорить намеками, скоро придет почтальон и принесет тебе счастье в виде письма. В общем, об этом следующая песня. У кого-то Nokia звонит. Люблю сидячие концерты. Все видно, все слышно. Подожди, ну нет, ну ребят, так нельзя. Вы надо мной издеваетесь. Я разговариваю, ты... Чего ты меня перебиваешь? Ладно, про почтальона. Можно танцевать, действительно. Просто безвестный. Oh,
нас. Целуйте друг друга, любите всерьез, хватит только состоять. Пусть этот мир станет миром без слез. Если здесь был бы, он обнял тебя, поцеловал бы и сказал: ты моя Трубецкая. Почему нет? Трубецкая женщина. О, еще одна композиция. Анна, вы сегодня не ответ. Вас хотели поздравить целых 4 молодых человека, но уже не очень молодых, но они не смогли приехать, потому что они живут в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. А у них сейчас там, они вообще отделяться хотят. Сейчас там такое началось после всех этих событий. Вот, но тем не менее, эту песню мы споем. Special for you! Ты знаешь, что я плохо запоминаю английские слова, хотя, в принципе, могу разговаривать на нем, но почему-то не могу запомнить. Поэтому я «London is the capital of the Great Britain». Эта фраза мне очень помогла в полицейском участке Лондона. Да, мы готовы. Все, мне идея, давайте идея такая. Давайте под бурные и несмолкающие аплодисменты. Мы сейчас настроим гитары, спасибо. Я сам сочинил. Это мастерство. Поехали уже, давно уже, 12. We've heard of shadows too long, you.
вещи сон. Сокрой масновый ром. Друз разнок, если кос. Мы порошены. Саша, я тебя не слышу. Ты хорошо себя слышишь? Хорошо. Вы хорошо слышите его? Да! Прекрасно, Саша, извини, это я, идиот. А я тут грешу на зал. Нет, я идиот, конечно. Конечно, хочется больше тебя. Мария. Ну ладно, не добавляйте его в монитор. Понимаешь. Я просто буду мечтать о нем, как не... Как недоступная мечта. До тех пор, пока это не закончится. А, еще одна песня, у нас такой небольшой маленький блок нарисовался. Здесь песен. Очень много фотографий. Давайте тоже сыграем. Одно очень грустное, вдумчивое. 50. Можно снимать. Ну, мне больше не надо. Больше 50 евро. Нам просто сказали, что если мы меньше часа сыграем, они дадут денег, поэтому мы крутимся как можем. Я вон не замолкаюсь между песнями. Обычно концерт раз, два, три, 20 минут. Афиша, касса сбора, и мы уже в другом городе. Вот, а здесь приходится отрабатывать хлеб. Поэтому вставляем разные композиции, придумываем вымышленные поводы, чужие дни рождения. Поэтому все в порядке. Кто там? Standing here on my own again.
Позиции, да, мы вообще собрались делать свой концерт. Вот, и тут так совершенно неожиданно день рождения, мы такие, давайте поиграем всевозможные такие хорошие песни известные. Наша песня же дальше идет. Нет? Ну, уже наша. Лепс пойдет. Лепс! Неплохо. При желании можно, но в порядке бреда. Берем поводы все. Ночь по улицам пошла. Не, ну эту песню тоже можно петь вместе с вами, и многие знают слова, кто ходит на наши концерты. Это песня группы Police. Стинг выпустил новый альбом, а мы поем его старые песни. Процент платим? Мы платим процент Стингу. Пришлось продать почку. Но справ не свою. Кролика. Почку кролика я продаю. Невыгодный бизнес, не занимайтесь никогда, не продавайте внутренности маленьких животных. Кормовые хорошо, курица. В маске жирафа прикольный чел. Не отличается ничем. Но это лишь на первый взгляд. Весь лепится с ним каждый раз. Yeah.
Я вот думаю, если бы нам платили какую-нибудь за предвыборную агитацию, мы бы уже все ездили на Роллс-Ройсах, наверное. Еще прикольно, там перед выборами, там в штаб какой-нибудь записаться. Вот. Но мы не агитируем, мы просто песни вот про Собянина, да? Да? Молодой человек, да? Просто про Собянина песни. Вы же не почувствовали там ничего, какого-то контекста там. Я знаю, просто он из ФСО. Да-да, а кто там светил корочкой своей? Хорошо, ладно. Этот столик не трогай. Я понял, вот этот. А, ну, я ошибся, вот этот парень. Хорошо, ладно, в общем. Просто песня про Собянина, почему бы нет? Анна, ваш, так сказать, звездный час, потому что опять песня специально для вас, она на английском языке. Вот, будем путать слова. И там у меня будет соло, можно его там тоже поднять, потому что что-то я плохо слышу здесь. Может быть, сразу гитару поднять? Да, вот как-то так. Хорошо, давайте. Год российского кино заканчивается, да, у нас? Точнее, нет, или как российский год кино, или в России год кино, или год российского кино. Я не отвлекаю вас, кушайте, девушка, кушайте. Я просто знаю, что вы знаете ответ. Давайте, год российского кино. Год российского кино, это неплохо. Давайте. Что-то с фильмом. Фильм о фоне, вот это, милый чёрт. Thank you.
еще одна композиция имени английского языка, я их так называю. Про секс песня, да? Про секс. Вот глаза загорели. Мальчишник. Мальчишник, да, секс без перерыва. Анна, это вам, Анна, вы оцениваете. Поаплодируйте хотя бы, она даже не слушает. Все эти песни вам, вам, вы же так любите английский язык. Можно танцевать. Я знаю миллион смешных движений. Подожди, подожди, я покажу хотя бы одно. Начинайте, давайте, я передумал. Я не был готов. Нашей композиции. Вот. И песня, которая войдет, мы все анонсируем, войдет в новый альбом. У нас есть уже один альбом, у нас есть клипы. Кто не знает, смотрите клипы, скачивайте, добавляйтесь в ВКонтакте группы «Радио Я».
Вот, можно кто-то такой. Ставьте лайки, подписывайтесь. Лайки, репосты приветствуются. Лайки, репосты не приветствуются, а поощряются денежными вознаграждениями. Поэтому все в порядке, друзья. Ладно, песня, которая, я надеюсь, войдет во второй альбом. У нас один альбом есть. Я люблю хардкор, называется. В общем, друзья, еще, конечно, не вечер, но спокойной ночи. Не пали парень, да? Я с тобой поговорю. А что дальше у нас? О, еще страшнее, вы что? Не все животные одинаково милы, как кажется. Об этом наша следующая диссертация. Нет, хомячок. Хомячок, песня «Хомячок». Премьера песни «Хомячок».
панда. Или мутант. Панда-хомяк. Хомяка-панд. Когда встретились с тобой, эта кроткая
Как там? Вот. Не видно Казимира. Казимира не видно. Красимира. Красима. Слово красивый. Посмотри на него. А не слово Казимир. Не Малевич, а красивый человек. Красавчик! Как это? Новый мяч, между прочим, тебя назвали. В честь тебя назвали новый мяч Красава. Красава, вот этот, который на Кубке Конфедерации Adidas выпустил. Всякую херню читаешь в интернете, да? Вот зачем тебе эта информация? Забивака Красава. Забивака Красава и... Ринатака! И Россия вперед! Ну хорошо, все. Россия вперед, друзья мои, аплодисменты! Давайте, давайте вот этот патриотичный поддержим воздух. Идем дальше. Ну что же, все-таки у нас концерт группы «Радио Я», у которой песня «Сомали» на нашем радио. Можно? Так что вернемся к нашим песням, их осталось не очень много. Ну и практически наша первая песня, которая появилась на сцене, а потом для этих 30 заниматься вам отражение. Крутила нашу песню «Поехали в Латвию». Мы ее сегодня не исполняли, поэтому сейчас исполним.
И вообще песня о чем? Песня — это уже просто песня-история. Потому что это было давно, когда доллар был еще вот так усенький, вот такой маленький. Маленький, как лягушонок. Доллар был такой зеленый, но он маленький был все равно. Вот, 25 копеек, да, по-нашему. Вот, и можно было, пока не было запрета, съездить за границу и купить себе за 1500 долларов старый, но BMW. И ездить на нем с латвийскими номерами. Можно не с латвийскими, можно с эстонскими, можно было с литовскими номерами, да. Чем, собственно, люди пользовались, но потом эту лавочку прикрыли, и вот такая вот странная история от моего друга превратилась в песню. А, поэтому поехали. Ну, это уже было давно уже, друзья, история. Ну, кто-то поймет, вот мужчины понимают контекст. Я Ленина помню еще. Маленький такой тоже, маленький, как доллар. Что Ленин, что доллар. Тоже зеленый. По рублю! Thank you.
Михаила Кожухова. Кожухова. Михаила моей планеты. Ну что же, друзья, да? Подходит? У нас подходит уже? Горло подходит? Друзья, наше выступление подходит уже к горлу, поэтому мы заканчиваем, ребята. Нет, к концу подходит наше выступление. Мы по традиции, поскольку мы часто выступаем вот в таких вот интересных подвалах, может быть, в интересных местах, фак-кафе вообще легендарное место. Я помню еще, когда оно было в газетном переулке, мы там зависали, когда еще, можно сказать, у меня не было группы. В общем, это такая древняя история. Потом мы играли в разных подвалах, типа Шпаттенхаус. Потом, ну их много. Вот. И что мы усвоили? Мы усвоили одну простую вещь. Если ты в подвале, значит ты в бункере. Если ты в бункере, значит наверху может твориться все, что угодно. В частности, если вы здесь, вы выживете, потому что начался зомби-апокалипсис. И спасетесь только вы. Друзья, кто пришел к нам на концерт в это убежище? Спасибо большое, собрать группу «Радио Ямки». Заканчиваем наше выступление. И наша баллада про зомби. К сожалению, не умею говорить я, но могу руку вам откусить я. Я несу боль крана пролитье, ты пишите, идем в полете. Собянина, ваша машина эвакуирована, вот мы прислали. Давайте про Собянина споем еще раз. Паш, я улажу! Пиз, давай! Хороший человек. Давайте, разочек. Обещайте, что вы будете петь. Про что? Не про что, а про кто. Давай! Про кто звучит как про кто. Вот, но я не хотел это поговорить, а. Я тоже. Был там 10 лет назад, наверное. Ладно, если только вы будете петь. Как бы бис, это понятно, но вы будете петь, вы можете спеть слово. Одно слово я прошу спеть, одно слово. Собянин. Давай! Собянин, девушки. Скажите, Собянин. Собянин. А ты можете все вместе? 3, 4. Собянин! Только девушки, вы что, девушки? Хорошо, все, давайте сейчас сыграем. Нет.
Не-не-не, не только девушкам. Вы тоже можете петь. Такие красивые молодые люди, посмотрите. И не поют. Красоту надо свою вот это выливать в зал тоже. Вот. Слушай, ты как Кутузовский проспект, я смотрю на тебя. Ты такой красивый, как Москва. Вот ты, в частности, Кутузовский проспект. Рядом Ленинский. Ленинский. Ну, Кристин, ну что? Миклуха Маклая. Капотня. Ну что, давайте, друзья мои. Всех нас, друзья мои, сегодня свела вместе Москва в этом замечательном кафе. Фак-кафе «Креатив-студия». Давайте поаплодируем, потому что хорошее место, легендарное. Давайте споем песню про Москву. Веселую. Вот я под эту музыку должен был говорить лирические слова. Не помогли мне. Не нашли мы общего с Ренатом. Он должен был так раз понять ее. Хорошо. В Москве живет прикольный чел, не отличается ничем, но это лишь на первый взгляд, ведь встретиться с ним каждый раз. Смотрите в интернете, там всякие наши ролики, приходите на концерты. Мы любим вас! Павел Басмани вас! Пожалуйста! Любая любовь! Потому что Люба — это любовь, мы любим вас. Все, друзья, до скорого, следите за нами, скоро будем анонсировать новые песни. Записываем там, выпускаем, приходите. Любви обильные вам всем. Все, давайте, до скорого.
Я не знаю, что дошел.